максимально. Що ми зробили, так? Проекты решения, вот уже проработки есть, решили, что их поменялось, поменяли того, что дороже. Но я думаю, я вам обещал 20-25 ноября, что пол мы не знаем еще пока, что мы прорабатываем как тут новый пол, по сути пола новый, который как поставка будет, там, что импортный материал, сколько он будет там, недели, 3-4, 2, понимаете, это тоже зависит от него. Почему? То, что внутри шли, и все работы, вы решили будут включить на эти часы. Ну, я вам обещал полностью оборудование со всеми, товарный корпус будет 20 декабря, 25 декабря, тоже готов к этому решению. Можно пробовать 25 листов. Это с третьими части я вам говорю. Без инженера электрика, да, топочный нет, чиллера нету. Оплачено, заключенный контракт. Аванс платил, но потребление поставки. Ну что, игрушки, что кто-то не нужно. Ну, да, ты же поставки импортные, чиллер, импортный итальянский. Пока привезут, пока заберет, не того ничего не надо. Но твердо, что чернозем будем отдельно потом думать, наверное, в субботу, если будет нормальная погода, будем делать по нынешнему, это эко-тусовка, тренд, да. Субботу, а вообще по простому субботу, да, с теми силами. Но было тяжело, с двумя сухоминками, они сами не справились. Мы начали, если вы видели, Бурьян уже убирать, просто соберем молодежь и получищать. После того, как мы очищаем, соберемся и подумаем, как сделать так, чтобы нам не было стыдно, когда будет уже. Потому что этого в проекте, оно в той очереди. А асфальт за эти две недели, чтобы я гарантирую, главное, чтобы он не зарядил так вот. Если будет хотя бы эти сухой недели, да, что мы сделаем? Что с дорожниками мы выложим. Ну, по прогнозу мы будем выбирать деды, когда мы называем, ну, 5 евро. Просто не хотелось сейчас, пока еще постоянно будет транспорт, пока не убрали транспорт, грязно еще не доработали, сладко. Еще я хотел сказать, что по зупинці, яка там зараз, да? Там теж треба було відпрацювати. Ми з Паландовичем зробили. Так, по-перше, там зробити якісь поліцейські, да? Мабуть, там подивитися по руку, там є. Ну, можливості якісь, щоб, ну, безпеку зробити. Ну, ми якраз з Павлом Анатольовичем поговорили, що це все можна віддільно зробити, зробити, тому що пандусти. Люди, які все там діють, які все там діють, які все там діють, які все там діють. Ні, обов'язково. Ви ж розраховували, ми ж розраховували, що тут будуть діють. Ну, добре. Ми окончательно, потом мені казалось, що опять не тот материал, не тогда привезли, надо определить, кто за это будет отвечать. Ну, уже проработано, уже практически вот сегодня окончательно проектное решение все принято, и я думаю, что уже чуть дальше. Надо решение. Уже начинать договариваться об ставке. Ну, что-то нет. Если письмо занимаем. Дали, то я думаю, что в ближайшее время сессия будет собрана бюджетная, деньги не будут выделены. Потом надо же начинать прорабатывать, что если вы со всеми договорились, то, насколько я помню, спортсмены говорили, что там только будет посчитали и учли. Ну, подумаем вместе, что за это. Ну, фиксуемся еще раз по датам. Ну, да. Давайте подводим межу, чтобы четко мы, да? Да, выступать, какое число? Ну, давайте числа 27-го, конец. Все, принимается. Постарайся раньше, ну, это вот то же самое, еще месяц. Ну, получится 25-го, 20-го я сделаю раньше. Я постараюсь, мне сидеть здесь надо, мне чем быстрее, тем лучше. Сделать не тянуть. Я не буду тянуть, я постараюсь максимум быстро человеку. Просто я не знаю, придет как оборудование, как обвязка, как на лавках. Потому что на лавках надо, чтобы оно было. Ну, у нас есть, чтобы результат будет по будовництву для. Значит, две недели твердое покрытие будет. При условии, что не будет
постійно дуже. А температура буде постійно. Тобто ми маємо від сьогодні два тижні на добудову благоустрою. Да. Ми маємо 25-27 листопада, це по будівельним роботам, і 25 теж, 27 грудня вже, ми повністю здаємо об'єкт, так? Алексей, единственное по благоустройству мы говорим про твердое покрытие вот в этих границах, потому что в два этапа. Часть благоустройства делает Григорий Иванович, он за свои сроки отвечает, а отсюда от бордюра и соединяем с тем асфальтом и по кругу, это делаем мы, в долг под будущее финансирование я контролирую. А вот эту часть Григорий Иванович должен будет смотреть. Это у него проект. Зараз тиждень, два тижня, да? Дякую, але потребуется. Дякую.